Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я вам сегодня представлю супермодную чудо-плиту. На ней можно сушить любые типы вещей, на ней можно жарить любые типы еды. И все это абсолютно без всяких аксессуаров. То есть, если вы делаете какое-то блюдо, вам не нужны сковородки, кастрюли. Да это прошлый век, они ушли далеко. С этой чудо-плитой все по-другому. Сейчас я вам покажу на реальном примере. Вы берете данное яйцо и просто вот так включаете чудо-плиту. Ждете 5 минут. Через 5 минут вы выключаете, берете яйцо, едите. Итак, ну это не суть. Значит, дальше есть еще один пример. Вы берете полотенце, чтобы посушить. Ждем. Ну, это маленькие технические неполадки. Эту чудо-плиту уже купило целых 2 человека, но до одного мы, к сожалению, не смогли дозвониться. А один с удовольствием пришел в нашу студию, чтобы рассказать вам о этой прелестной чудо-супер-пупер-плите. Итак, встречайте, Максим! Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Максим, подождите, может, вы нам продемонстрируете всю гениальность этой чудо-плиты? Покажите нам, как вы сушили полотенце. Расскажите нам все, что вы смогли получить, что вы смогли выжать хорошего из этой плиты. Так, ну, значит, я положил это полотенце на плиту, включил, и через 5 минут пришел, и полотенце это сгорело. Я думаю, что такое, господи, это же чудо-плита. И вдруг я подумал, может быть пожар. И был пожар. Вот какой от нее толк. Спасибо вам, Максим, что вы пришли в нашу студию. Спасибо, что посоветовали нашим телезрителям купить эту чудо-плиту. До свидания. До свидания. Дорогие телезрители и зрители в студии. Я вам повторяю, что эту чудо-технику вы можете купить всего лишь за 666 евро. Всего лишь за эту минимальную сумму вы будете радоваться всю свою жизнь. Потому что лучше плиты, лучше бытовой техники вы в своей жизни, поверьте мне, никогда не найдете. Поверьте мне, никогда вы не найдете лучше этого. А сейчас программа «Время». До свидания. Тихо, я твои носки сожгу точно так же. Вот видите, а он горит. Все, убери. Сжег я его носок. Молодец.